Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил увеличить частоты авиарейсов на маршрутах Магадан-Устемчук-Магадан и Магадан-Ягодное-Магадан. Авиарейсы начнут выполняться два раза в неделю с 25 августа по 30 сентября. По маршруту Магадан-Устемчук-Магадан по средам и пятницам, а Магадан-Ягодное-Магадан по понедельникам и четвергам. Стоимость авиабилета в одном направлении составляет до Устемчуга 1000 рублей, до Ягодного 2000 рублей. Авиабилеты можно приобрести во всех авиакассах Магадана, а также на сайте авиакомпании «Сила». Перевозки субсидируются из областного бюджета. Правительство региона оплачивает работу авиакомпании в соответствии с количеством выполненных рейсов. Цену билета определяет региональный департамент цен и тарифов. Полеты до поселков Ягодное и Устемчук из Магадана и обратно выполняют на самолете ТВС-2МС. Воздушное судно вмещает 8 пассажиров и 1,5 тонны полезного груза. Самолет обладает хорошими летными характеристиками и оснащен современным мощным двигателем. Для жителей поселков Устемчук и Ягодное воздушные перелеты несут особенную пользу, так как раньше в эти населенные пункты приходилось добираться на маршрутном такси и тратить около 4 и более часов.